Друзья, всем привет! Вы на канале VSN Hobby. Сегодня на обзоре у нас легендарный гелик. Очень давно хотел вот вообще данную модель приобрести. И сколько я их не видал среди моделей, все они несуразные. Эта модель тоже имеет маленькие незначительные минусы, но в целом она прям вообще обалденно, конечно, сделана. Бренд у нас DCM. Один из моих любимых брендов. Ограниченный тираж всего сделан, 299 штук. Вот. Решил я взять в матовом исполнении. Модель сделана вообще неплохо в плане детализации, в плане проработки. То есть все как бы на таком нормальном уровне. Но есть два минуса. Второй я только увидел. Вот. Когда в руках ее держал, я этих косяков особо не замечал. Вот. А потом уже понял, что есть небольшие такие огрехи вот данной модели. Вот, первый такой, который я заменил минус, это такая слишком поднятая подвеска. Я бы не сказал, что это прям минус-минус, но у гелика она не такая задранная. Их, конечно, задирают, и они становятся повыше. Вот, то есть вот передняя подвеска, она видно, что она чуть-чуть выше задрана, нежели задняя. Ага, там еще и это. Так тут еще и амортизация. Вон она. То есть, если обрезать у нас резины, вот этой стойки, он вот такой вот должен быть, по идее, где-то вот. Вот, они у него сильно прям. Короче, он сильно задран. Так. Сильно задран. Вот такой бы вот он был, было бы вообще замечательно. Вот. Вот, а когда поднимаешь его, прям воздух, они прям выпирать начинают вообще конкретно прям. И второй минус, который я увидел, это вот здесь такой небольшой зазор. Его видно на видео, а когда модель в руках держишь, его вообще незаметно почти. Модель в целом мне нравится. Лучше моделей как бы геликов в этом масштабе я не видел. Ну, вот арки не особо сделаны, конечно, проработаны. Это тоже минус. Но минус из-за чего? Из-за того, что если бы вот так вот было, это бы не так бросалось в глаза. Тем более я сейчас вспышку включил. Это все видно. Вот, а когда без света, как бы там, ну, ничего не видать этого. Если бы еще подвеска была, вот как она должна быть, вот так вот. Вообще бы ничего видно не было. Ну, это так, все придирки. В принципе, я доволен данной моделью. В реале она выглядит прям очень достойно. Очень классно все сделано. Я не знаю, может и дойдут у меня руки это переделать. Ух. Ну, она прям конкретно гуляет под подвеска. Обалдеть. В этом плане они, конечно, вообще постарались. Молодцы. Вообще, в целом, я бы сказал, что минусов у данной модели нету. Очень достойная модель. Я ее купил в последний момент, когда их оставалось. Вообще, короче, все распродали. И оставались, по-моему, только белый какой-то там. Еще какой-то цвет не очень. Вот. И случайно у какого-то продавца в поиске он вообще не выводил данную модель. Случайно в Яндексе ввел DCM, масштаб и название модели. И он мне на AliExpress вывел ссылку данной модели. А так на AliExpress сколько я не вбивал в поиске, вообще бессмысленно. Не находил и все.
Все, я сразу же заказал. Чему очень рад. Салон, ох, елки-палки, там прям мафан, прям вот этот экран, магнитолы, все проработано. Короче, ребят, если увидите эту модель, однозначно я советую к покупке. Тут просто даже без каких-либо сомнений модель просто бомба. Она очень достойная, очень детализированная. Лучше модели геликов от элитных брендов я не встречал. То есть все очень достойно. Все, подписывайтесь на группу ВКонтакте, на YouTube, ставьте лайки, дизлайки. Всем удачи!